В Павлодарской области в этом году капитально отремонтировали около 50 школ. За последние 3 года в 14 раз увеличилось финансирование, выделяемое на ремонт учебных заведений. Таким образом, были созданы все необходимые условия для того, чтобы дети получали качественные знания, а педагоги могли работать в комфортных условиях. Айгуль Закарьянова свой трудовой путь начала 10 лет назад. Она постоянно участвует в олимпиадах и конкурсах научных проектов. Ее ученики – одни из лучших в стране. Благоприятные условия в школах – залог качественного образования для каждого ребенка, считает педагог. У школьников в первую очередь нужно пробудить интерес к предмету. Для этого мы используем разные приемы. Вовлекаем в научно-исследовательскую работу. Мы гордимся тем, что наши проекты признают лучшими на уровне города и области. На предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах павлодарские школьники ежегодно становятся обладателями сотен медалей. Насколько удастся раскрыть способности того или иного ученика, в первую очередь зависит от педагога, отмечают учителя со стажем. И, конечно же, должны быть созданы максимально комфортные условия для получения знаний. Современная школа – это не просто красивое здание. Это место, где ученики получают полноценные знания. Это креативные педагоги. Это разносторонний подход к обучению, чтобы детям было интересно. По программе «Заманауи Мектеп», то есть современная школа, в регионе были модернизированы десятки учебных заведений. И преобразился не только их внешний облик, а были внедрены и цифровые технологии для работы со школьниками. Нургуль Ахметова, Ахмарал Исимханова, Марат Игликов, Хабар 24, Павлодар.